Рубит жестко. Здорово, друзья, я вдруг вспомнил, что когда-то я был спортивно направленным каналом по бодибилдингу и решил на одно видео вернуться к истокам. Сегодня я буду рассказывать вам, как накачать различные части тела при помощи приспособлений, родом прямиком из телерекламы с 90-х. Ну вы знаете, эти бабочки и прочее дерьмо. А пока идет заставка, я думаю, ты успеешь поставить свой садский лайк. А ну ставь, а мы поехали. Начнем с так называемой дрочильной гантели. Что нужно, чтобы получить мускулистое, точеное, рельефное тело? Достаточно. Расскажи мне. Всего 6 минут. Фух, вот и все. Шейк, бейк, формен. Я не знаю, может, я какой-то человек с нездоровой психикой, но... Фух, вот и все, у меня вызывают чуть другие ассоциации. Обычные крузы действуют на одну мышцу в одном направлении. Shake Wave Foreman использует силу динамической инерции, что полностью изменяет характер тренировок. Серьезно, люди, которые не сталкивались со спортом вообще никак, они действительно могут в это поверить. Я поражаюсь идиотизму человечества. Казалось бы, не нужно 7 пядей во лбу, чтобы понять такие очевидные вещи, но нет. Это живет, это продается, это покупается. И все это в 2019 уже году происходит. Это настоящий технологический прорыв в эффективности тренировок. Ну надо же время не терять, хуй. Давайте обратимся к здравому рассудку. То есть вы мне всерьез пытаетесь сказать, что вот эти вот качки-бодибилдеры огромные, ходящие в зал, они все идиоты, да? Но один-единственный телемагазин светило науки. Самое интересное, посмотрите, кого взяли. Чувака где-то вытянули со сцены какого-то менсфизика, который готовился к соревнованиям, и заставили эту дрочильную рекламировать. И он с серьезным лицом и говорит: о, фу, все, на сегодня хватит, 6 минут мои уже прошли. Да он годами делал эту форму. Дальше, что любят делать телемагазины для того, чтобы убедить покупателей пользоваться этим мусором? Конечно же, эксперты, мужики в белых халатах в телевизоре. Стоят и что-то с умным видом в очках, желательно вот так показывают что-то и говорят, вот так вот, серьезным очень лицом. Чтобы получить равноценный результат, работая с гантелями, нужно затратить в 7 раз больше времени, чем при работе с Shake Wave Foreman. Да, мы все качки-идиоты. Как нерационально расходуем свое время. По часу, по 2, по 3 сидим в зале, Шварценеггер вообще по 6. Жаль, в его время не было Shake Wave Foreman. Друзья, ну это все херня, настоящий трэш начинается сейчас. Привет, я в Токио. И как вы уже, наверное, догадались, я тестирую и пробую на себе этот новый японский чудо-тренажер. Чудо-тренажер? Вы понимаете, о чем я говорю? Я в замешательстве. Продается же. И покупается. Кто эти женщины, кто это покупает, друзья? Если вы это покупали, зайдите ко мне ВКонтакте, ссылка есть в описании под любым из видео, и пришлите мне свое фото. Я повешу рядом с тем фото, которое уже висит, человека, который смеется над тупыми шутками. Берете японский чудо-тренажер и вставляете в рот, чтобы губы плотно охватывали тренажер. А славянский чудо-тренажер вставить в рот не хочешь? Все, друзья, наглядный пример того, что когда ты вставляешь эту херню в рот, у тебя развивается синдром Дауна. Серьезно, что она пыталась продемонстрировать? Что она говорить разучилась, вставив эту херню в рот? Но даже это, друзья, просто вершина разума по сравнению со следующим тренажером. Сколько надо заплатить человеку для того, чтобы он унижался подобным образом на свою аудиторию перед камерой? Друзья, мне когда-то предлагали мед для повышения потенции прорекламировать. Ну, я для них на тот момент поставил настолько высокую цену, чтобы они точно у меня не взяли рекламу. После чего я вижу, этот мед рекламируют другие блогеры. Но тот мед даже рядом не стоял с вот этим дерьмом, и как ты выглядишь, его рекламируя. Вещь достаточно тяжелая. Более того, она используется с утяжелителем. Вы видите вот эти вот цветные овалы. Ебать вес! Ронни Колману посоветую это поделать. Средние тяжести — это вот такие вот розовые. Блин, посмотрите, сейчас на лицо, когда она снимет, сейчас. Она еле сдерживается, чтобы не заржать в кадре. Серьезно, если вы будущий бизнесмен и собираетесь создать свой бизнес, сделай просто то, что люди будут покупать, то, что им необходимо. Не делай какую-то херню, которую через слезы смеха нужно рекламировать. Вот эти вот движения головой, они могут быть небезопасны для шеи. Вот эти вот движения головой ты делаешь всю свою жизнь. И с твоей шеей пока ничего не случилось. У людей, у которых уже наблюдаются какие-то проблемы с шейными позвонками, грыжи, протрузии и так далее, может быть небезопасно. Небезопасно кивать головой с этим титаническим весом. Поскольку мы держим только губами, действительно, рот очень сильно напрягается. Сейчас придумаем.
Не могу придумать, ну его нахер. Рот свой напрягать будешь в другом месте, короче. Но обратите внимание, вот эта женщина что-то еще нам пытается продать. Мои видеоуроки базового курса по фейсбилдингу. Всего 20 баксов вместо 45, господи Иисусе, вот это ты щедрый. Внимание, данное акционное предложение ограничено первыми 100 продажами. Поспешите, бегу. Фейсбилдинг. В данном курсе упражнения для всех зон лица: лоб, глаза, центр лица, губы, подъязычная зона. Я просто, ну, я не знаю, что сказать, если честно, я растерялся, поскольку... Если есть хотя бы один человек, который купил эту херню для подъязычной зоны, хотя бы один, я не хочу жить на планете с такими странными существами. Обязательно пришли мне свою фотографию, на холодильнике будешь висеть. Буду на тебя каждый день любоваться. Ну и, конечно же, наша любимая, это что? Бабочка, конечно же. Нажимаем дальше. Это жесть. Ебать ты клоун. Я терплю ради вас. Глаза мы это и не видели. Испанский стыд. Давайте добавлю еще. Тут не так болевые ощущения такие. Опять-таки, вот только сегодня я свои ноги зафоткал. Хочешь такие ноги? Ну, вон оно как делается. Приседать 160 на 10? Не, это дураки таким занимаются. Бабочка, пожалуйста, на огромную квадрицепсовую мышцу с четырьмя, сука, головками. С четырьмя. Весом эта мышца килограмм под 20 сама по себе. Пожалуйста, вот бабочка, все, что тебе нужно. Все, теперь есть у меня как с рекламы. Я буду, мужик, дрожить немножко. Все, давайте побольше. А когда-то в 90-х это был бум. Все думали, накуплю это дерьмо, буду обвешиваюсь весь, буду ходить. Липристом завтра стану, не станешь. Не с таким мышлением. Липрист не потому таким стал, что искал легких путей. Если ты не можешь заставить свою жопу просто в зал сходить поднять, то жрать так, как нужно для того, чтобы добиваться результата, ты точно не сможешь. Потому что, поверь мне, ходить в зал это просто ничто по сравнению с тем, как нужно запихивать в себя до блевоты эту пищу для того, чтобы набрать мышечную массу. Это уже не говоря о стороне препаратов, в которых нужно разбираться. Нужно знать биохимию для этого. Не зря здесь на улице не ходит каждый второй фитнес-модель, потому что это сложно. Если ты женщина, у тебя маленькая грудь, не беда, следующий тренажер тебе поможет. Давай же посмотрим. Ряд исследований привлек внимание женщин к Гаве Пол, что значит крученый мяч. Наконец, женщины могут увеличить свой размер груди естественным образом. Знаете, есть некоторые слова-триггеры, с помощью которых можно вот так вот обмануть обывателя. Без ГМО, натурально, естественно, по совету врачей, эксперты сообщили, сказали, что-то там придумали. Как сообщают британские эксперты, если ты не пришлешь 2000 рублей вот на этот кошелек, прямо сейчас. У тебя может ухудшиться простата, а если ты женщина, приблизится менопауза. Поэтому давай, кошелечек ждет 2000 рублей. Главных исследований по результатам испытания Эстонского университета вы сможете изменить форму и размер своей груди, работая над своими мышцами живота. По результатам исследования университета слова-триггеры заставляют тебя поверить в то, что ты можешь превратить воду в вино. Серьезно, грудь женщины, то есть вот это вот именно сиська, а не грудная мышца, которая под ней лежит, это жир. Там молочная железа это процентов 10 от всего объема. И чем жирнее женщина, тем больше у нее эта грудь. Вот эти красивые стоящие огромные сиськи размером с футбольный мяч, это все гиалуроновая кислота, силикон, иначе не бывает. Как бы это ни было грустно, для большинства женщин иметь большие сиськи и одновременно быть худыми и с прессом невозможно. Без хирургического вмешательства. Но здесь нас заставляет, что вот следующее движение. Знать, над какими мышцами работать и как этого достичь, используя тренажер Easy Cavas. Я в шоке с того, насколько люди вообще не разбирались в теме, когда создавали эту рекламу. Они говорят про мышцы живота, что ты с помощью мышц живота будешь накачивать себе жир в сиськи каким-то образом, то есть с помощью пресса. При этом она работает грудью как раз таки, а когда ты вот такие движения делаешь, работают передние дельта и грудь. Но они даже этого не понимают. Они говорят нереальные какие-то вещи про мышцы живота, связанные с жиром. Показывают, как ты, баба, тренирует грудь, а в результате должен появиться жир. И люди это покупают. И когда мы думаем, что все, апогей глупости человечества просто достигнут, и выше уже некуда, на рынок приходят огромные компании, типа Reebok, и начинают делать кроссовки-тренажеры. Reebok, кроссовки-тренажеры. Моя тренировка продолжается целый день. Где бы я ни находилась и в любое время года. Reebok Easy Tone.
совершенствуй тело с каждым движением. Серьезно, друзья, смысл этой рекламы был в том, что там какая-то подошва, вот она вот так шевелится, и это определенным образом нагружает те или иные участки твоего тела больше необходимого. 28% ягодичная мышца, 11% бицепс бедра, 11% икроножная мышца. Вы хоть осознаете, что это в принципе нереально вообще посчитать? Уже на одном этом у меня бы возникли сомнения в этой рекламе. Ну неужели Рибок не мог нанять нормальных специалистов, здоровых мужиков, качков? Нет, не мог, потому что ему надо было продать это дерьмо, потому что надо было соврать. Иначе не купят. И мне вот интересно, Рибоку денег мало? Я после этой рекламы не хочу пользоваться товарами компании Рибок вообще. Серьезно, напиши в комментариях, вот почему Рибок такое сделал? Зачем она его продавала? Сегодня я показал спортивно направленные товары этих телемагазинов. Я планирую второй выпуск, в котором покажу уже остальную бред, касающийся всей остальной жизни. Если я увижу хорошую активность на этом видео, поэтому поставь обязательно лайк на это видео и напиши комментарий. Телемагазины под этим видео. Посмотрю по лайкам, просмотрам, стоит ли делать вторую часть. Потому что этого пи***а там еще очень много. Ну и конечно же, подпишись на мой канал и колокольчик ставь рядом с кнопкой подписаться, это очень важно. С тобой был Виталий Дан, спасибо, что смотрел, и всего тебе хорошего, дружище. Santa Catalina is waiting for me.